Итак, всем здорово. Продолжаем, собственно, хуя нас с музыкой встречает, короче. Продолжаем играть в Южный парк Палка Истины. И у нас там по квестам было создавать лучших. На чем мы, собственно, и остановились в предыдущей серии. Так, Токена, Крейга, Твика в армию Карна. Так, Крейга мы уже были. Нам там сказал его батя, что ли, типа, кто там? Ну, отец-то. То, что он показал средний палец директору, его оставили после уроков. Так, карта. Значит, мы здесь, да? Так, идем к Твикам. Туда, да, получается. Даже чуть не туда. Это мы здесь. А, надо было налево идти. А что, у меня все закрыто, что ли? Опять по новой открывать их? Ёбушки, воробушки. Что-то я не понял. Нет, раз. А, нет. Не-не-не. Все есть. Отбой тревоги. Сука, Тим, блядь, не орина. Так, нам туда. Здорово, офицер. На Фейсбуке. С котиками темного фото. Сука, ты ноги, блядь, порешил. Сука, блядь, Баттерс. Чувствуешь, как пахнет корицей? Че, в банк можете? Погнали в банк. Все, мы в банк рыбанем. Как, блядь, лихие 90-е года. Че, там можно потрещать? Как тебе научился, говорит, такой удивительной магии? Нихуя, блядь, жил бы ты, чувак, в России за такие, блядь, ограбления, ты бы сейчас, блядь, лежал лицом, блядь, в полу. Новое сообщение от мистера... Сточ. Я хочу, чтобы ты знал. Мне очень неловко за Баттерса. Вообще, в целом. Да. Он порой такие херни творит. Сбегает банк, орёт от ограбления, короче, и... Просто, не знаю, как ему с рук сошло. Здесь у нас рынок, сюда наши герои могут прийти за разными припасами, поправить здоровье и прочих у них. Ну-ка. О, еще один кореш. Так, я тут как понял, типа вот если добавляется кто-то в друзья, вот сюда допустим, да? То нам потом открывать способности, вот особо через два друга, получается, можно будет, ну, нам еще будет еще доступно одно очко, которое мы сможем что-нибудь тут взять. Я, наверное, возьму снайпера, ну, потому что полезная, на самом деле, вещь. Оп, мужик, с тобой можно чуть потрещать? Сука, блядь, никогда не надоест, наверное. Так, ладно. Опа. Да? О, чин покамон. Эти, сука, спарил. Жиродактик. Ах ты псина, я хотел тебе первым дарить. Давай, ответный удар. А что он делает? Я уже забыл. Блин! Блин, слышишь, что три раза бьешь? Бля, Баттерс, сука, сейчас помрешь же. Давай мы тебе дадим, короче. На, пожичи, пацанов. О! Так, способности. Окей. Получить псина. Так, ты чё у нас? Wait, whose turn is it? Так, а того нельзя, да? Ну тогда давай обычным молотком.
Мне ответ на удар был. Твою мать, что-то я провафлил эту фишку. Бля, кажется, Баттер умирает. Блядь, один хп. Ой, она меня пожалел. За это ты поплачешься, псина. Баттерс, лечись, сынок. Ты должен жить, ты будешь жить. Я не дам тебе умереть. Так, ладно, я, короче, понял, его надо... Как бы это ни было грустно, его придется с молотком убивать. 67 урона просто, у него было одно хп. Одно хп! Ну, пришлось что делать. Ура! Зачисли еще очередных говняков. На! Получил, блядь, ублюдок. Ебать. Не волнуйся, я тебя не обижу. Это я, Эл Гор. Ты ведь знаешь Эл Гора? Я супер важный персона. Ладно, послушай, я обнаружил какую-то очень странную деятельность в этом районе. Я думаю, что мы имеем дело с... Чел Медведосвином. Именно. Чел Медведосвин, я знаю, что ты напуган, но мне нужна твоя помощь. Вот, возьми эти штуки, размести их в местах, указанных на Чел Медведосвин карте. Сука. А теперь добавь тебя в друзья на Фейсбуке. Это очень престижно. Теперь у тебя есть мой имейл. Только не давай ему никому. Я супер серьезно. Скорее, мы должны добраться... Мы должны выяснить, что здесь, блядь. Ай, сука, не успел прочитать. Супер серьезно. Блядь, эта фраза. Твик, братьев... Кафе братьев Твик. Сюда нам и надо, да, по-моему, что-то на херня. Там можете как достать? Ай, ну, чинг-мон, короче. Там что-то надо прикрепить какую-то херню против Чел Медведосвина. А, ну это мы займемся на пути, как будем проходить. Добро пожаловать в кафе Твик. Кофе произведен из местного натурального сырья. Это местный кофе, сварен здесь же. Твик, Твик. Твик, ты уже забрал свежие местные ингредиенты? Еще нет, пап, я еще не закончил другие задания. Что ж, поторопись, семейный бизнес зависит от тебя. Ты странный. Ты думаешь, не странная? Я, сука, блядь, похож на мусульманина, короче, как-то. С, блядь, саблей, короче, и бородкой. Опа. Ну-ка. Возьмите-то. Что-то есть. Целебный эликсир, соломинки. Нет, Баттерс. Врача, я думаю, не стоит мне вызывать. Вербуй Твика. А, сейчас? Я нужен сейчас? Ничего не выйдет. У меня куча других дел. Я не могу делать все сразу. Постой, ты. У меня доставка в 4 часа, сможешь подменить меня? Если да, я успею закончить дело здесь, и у меня сейчас занятие время поиграть. Пожалуйста, сможешь, тебе нужно домой кинь, как обычно. Вручи им вот это, они будут, отдадут тебе посылку. Блин, как он быстро тараторит. Я просто не успеваю буквально повторять за ним. Блять, слышу, гуманись. Его, короче, батёк кофе накачал, и он все, он бешеный просто стал. А, здесь, короче, ключ нужен. Твик просто пашет один за всю семью. Батя там стоит, короче, за прилавком с маман. Вон, ну чё он тут машет шваброй. Это стоит к фио, короче, хлебашет. Would you like to try some coffee? It's fresh, like a sun-dappled coffee, ready for hot... Слушай, ты можешь раз повторить? You know, here at Tweak Brothers, we believe in using homegrown labor. That's why our son toils in the back all day. Sure, we could hire workers, but I guess we just care a little more. Короче, судя по диалогу, батя зажал немного денег и... заставляет, короче, Твика пахать на семейный бизнес. Так, нам надо домой Кенни, да, попасть? А здесь пройдут через площадку, да ведь? Ну это всяко ближе, чем, короче, в обход херачить. Пойдем. О, много денег не спас. Так, еще один Team Express. Склад храни сам. Ебать. Ты что делаешь? А, торгаш. Так. Короче, не только купить можно. Продать ему нельзя, да, я так понял. Бандана.
Оружие ближнего боя наносит на 5 больше урона. Нет, не надо. Парик ему. Так, ладно, все какая-то херня. Так, вниз. Опа, эльфы. Давайте вас подмудок сейчас. Трое на двоих. Несы, Баттерс, мы сейчас, короче, им наваляем. Жми... Каждый раз надо, короче, ты к тебе просёк фишку. Так. Во! Да, нормально было. Так, способности. Молот-бурь. Почувствуй мою праведную ярость. Ответный удар. Короче, надо луком или способностями переначить. Ага. Oh, hell yeah. Сваляется, короче, там, блядь, без сознания, что-то орёт ещё. Мне пока нету. Ладно, одного мы оглушили, это уже нормально. Сколько у нас там? 27. Давай. Вынесем одного, короче. У Баттерс способности нету. Мы, короче, молотка мы сейчас шатаем. Сукин сын. Блять, на дуре. Я забыл, короче. Не трогай Баттерс. Фу, 7 хп осталось. Давай, Баттерс, жри. Так, лук отстойность. 13 хп осталось. Но Баттерс его не добивает. Давай вот этого. Тридцать восемь. Нормально. 20 хп осталось. Слышь, ты не должен его убить. Блять. Прости меня, чмо. Нет, сука, никогда не прощу. Давай подожди, мы тебя... Есть что у нас? Тихо, не ори, я искрешаю друга. А-а-а, волшебный така. А, я сейчас какую-то херню сделал. У меня же ответный удар, блядь, теперь вообще его, короче. Она сейчас 5 не убивает, а просто включается просрал. А, не, нормально, 9 хп. Так, Баттерс. Не, мы их убиваем, да? Да, мы их убиваем. Минус 1. И... Последний. Хорош. Красавчик Васи, затащили мы лохов. Так, деньги больно бита. Все забираем. Что-то у нас четко. Что-то за дом? Блядь, сука, сколько можно? Ёбаный рот. Бля, вот что бы вы подумали, если бы просто шли мимо чего дома и, короче, это, увидели мужика, как трах лошадь. Что у нас есть? Голубой Л. О, игровая площадочка. Что-то есть? Что-то странная херня какая-то. Опа. Please don't ask me, homie. Пираты. А чё? Ладно, наверное, не стоило, короче, бить. Чё, никак они наваляют? Oof. На, потыковки маленькие твои. Баттерс, ну-ка покажи нам силу для паладина. Молот будет. Хорош. Просто хорош. Нихера себе, блядь, просто пушек, короче. Пошел в жопу, пират связной. Хера они что творят, слышь?
Домой. Так, 40 хп осталось. Отлично. У каких-то, короче, детсадусов сотку хп, я охренел. У этих обычных эльфов, вот этих лесных, которые обычные враги. Где-то 65, тут, короче, сатен. Король пират Файк. Опа. Берем череп. Лягуш какой-то там. Продадим, короче, тоже. Нет, подожди, я вижу ящик, мне не нужен. Вверх. Во. Деньги, шарик с водой. Что-то такое тоже есть. Отлично. Так, идем дальше. Парень. Come play hide and seek with us. You're it. Приходи с нами играть в прятки, ты водишь. На здание прятки. Так. Так. Задание. Помоги Твику закончить работу, чтобы он мог поиграть. Прятки. Сыграй в прятки с детсадусами, которые разбежались по городу. Помоги Лугору найти Челмедеда Сына в Южном парке. Тут что-то прикрепить надо. Так, вулкан. А, вернуть. Забыли вернуть, короче. Но это мы еще вернем. Кстати, что, ну, не нужен тут? Мне нужно еще парочку друзей, чтобы это... Че, не могу открыть? Так, что у нас по карте? Нам надо вниз и направо. Так, идем вниз. Здорово. Не за что. Ты уничтожил моего великана. Опа, заныкался. Ух, на кот. Отлично. Так. Что такое? О, дом Кенни. О, на месте. Отлично, гаража. Надо, наверное, домой зайти, победить. Чего? Ой, это не для меня. Это для хороших людей, которые снимают гостевой домик. А, вот нам ключ дали. Поговори с милыми людьми. Пойдем поговорим. Ебать. Это что, милые люди? Нет, амфетаминчик, да-да, посылка для кофе Твику у нас. У тебя конверт? Эти знахари должны быть варить секретный день. Знахари! Здорово, ребят. Умные люди. Мне положено с вами поговорить. С милыми. Эй, это не тот мальчиш, который обычно забирает посылку. А? О, черт, это мент. Какой, блядь, мент? Вы не будете, говорит, нас насиловать? Бля. Поговори, говорит, с милыми людьми. Так, ладно. Нахер это не нужно, сейчас тебе просто нахуярю. И все. Так. Давай тебя. Бля, слабо как-то битл по 14-14-30 у нас. 42 урона получается. Ну и плюс там 26-27. Надо прокачать тебя, ну дэмэдж. Давай, Баттерс. Беги. Хорош. Густила. Нихера, меня защиту понизил. Это они бутылки. Блять, отвлекся. Так. Давай, жри. Не, Баттерс, подожди. 68. Так. Ну давай еще разок себе, короче, почитаем. Кому? Вот этот мать, у меня 40 хп осталось. Ой, чё, не попал, что ли? Ёха-муха. Yeah, хорош. 53, 15, 56. Чё, несёшь 53 урона? Хорош. Блядь, один на 1 хп, твою мать. Hey, I'm hey, I'm
Ты чё, слышь, успокойся. Бля, чё здесь нельзя просто? Три стрелы, короче, по всем. На тебя. Хорош. Так, целебное прикосновение. И добиваем вот этого горожана. Свалил. Хера ты, псина. Бля. Блин, ну это вообще пиздец, блядь. Мне там какие-то минчики, блядь. Милые люди. Бля, рано. Сука, 4 хп. Полицейский призвал. Хорош. Просто каких-то наркоманов удохли. Только так. Так, предмет снят. Квитация на заказ Твика. Забери посылку. Для чего? Найди посылку, за которую тебе прислали. Милые люди. Милые люди, дайте мне посылку. Так, вроде не можно открыть. Деньги, целебный эликсир. Идет. Оп. О, что-то сияет, сверкает. Так. Получается. На. Майка. Снаряжение. Ну, не знаю, я пока не хочу, наверное, это менять. О. Кровавая дубинка тени. Оружие какое-то. Ну-ка. Меньше урона, чем здесь. Чемайка дает. Сыр на подушечке восстанавливает 5 здоровья на каждом ходу. Успех. Нет, доспех получше, чем майка. А чё, где мне найти тут эту херню, которую надо? Посылку. Дальше? А, во. Пакетик с метамфетамин. Ебать, понятно теперь, короче, там этот... Батя Твика в кофе сыпет. Семейный бизнес. Опа-на. Чё, ещё у Кенича пошаримся, посмотрим, поглядим. Здорово. Карен. My sister, the princess, texted me about you. She thinks you're cute. Ах, нихера вы тут, слышь, дымите. Есть что пожать? Хотя, блядь, глупый вопрос, Кенни, пожать. Лобковался, то есть. Какой божественный свет излучает. Sorry to hear about the ranters. Usually they're real fun and energetic. Так, что тут есть у нас? Все, мы забираем. Сука. Мистерион. Да, если ты не знал, Кеннет Мистерион. Угу. Так. Все, забираем. Крысиный яд. Сука, нихера себе. Среди комнаты просто банк, крысиный яд валяется. Так, ладно, пойдем отнесем Твику. Его пакетик с метамфетамином. Наверное, секретный ингредиент. Поехали. Ну, вот тебе. Так, почти уже на месте. Снова можно и собрать. Лишним не будут. Так. Окей. Ты чё, женщина? Ты, говорит, умеешь хранить секрет? Я нет. Ну, молодец, посылка у тебя. О, спасибо, друг. Пап, я закончил работу, можно пойти поиграть. Здесь не лежит посылка, вот тут. Да, модный товар. Хорошо, Двик, можешь пойти поиграть немного, возвращайся на темноты, а то больше не пущу.
до темноты. Подобный свежеобжаренному помолу. Блять, что там написано? Спасибо, я пойду переоденусь, встретимся, блять. Короче, там. Короче. О, нам дали ключ. Теперь мы, наверное, этот сундук можем, короче, скрыть, думаю. Так. Осталось нам, короче, токена. Я там, типа, магишь? Нормально. Продадим, я думаю. Ну, за магом мы не играем, поскольку нам это не особо нужно. Так, выходим. Окей, что у нас там по заданиям? Есть что-нибудь поближе там? А, вернем iPad. Это там, как у, блядь, звать эльфу? Куда надо? Так, Тимми нас подвезет. Это его работа? Деньги за это получает? Наверное. Так, нам надо вот сюда. О, вот тут рядышком, там, буквально. Через один дом. Она животное. Давай, блядь, речь поднимайся. Слышь, балбес. На. Отлично, конец. Галактика в долгу перед тобой. Да будет тебе известно, что я всегда был и всегда буду твоим другом. Эй, Луки. Ну да. Еще бы ты был моим другом. Ненавидящая ракета. Ну-ка. Дальнее боя. На четвертом уровне будет доступно. Есть способность? Ага, у нас есть, короче, нет. Привилегий. Ну, как говорил, наверное, возьмем снайпера, чтобы лук больше урона наносил. Так. Ну, я думаю, на этом надо заканчивать, ребят. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх, рассказывайте друзьям. Впереди вас ждет еще множество интересных приключений, прохождений. Всего доброго.